Задача. В соревнованиях по кёрлингу выступают 20 команд из 5 стран – Швеции, Норвегии, Финляндии, Канады и Дании. Причем каждая страна выставила в 4 команды. Порядок выступлений команд определяется жеребьевкой. Найдите вероятность того, что 17 по счету будет выступать одна из команд из Канады. Решение. Так как у Канады 4 команды, а всего команд 20, тогда вероятность того, что одна из команд из Канады окажется на каком-либо определенном месте, например, 17, равна доле этих команд среди общего числа, то есть значению 4 двадцатых или 0,2. Ответ 0,2.